пятницу днем на Амурском мосту в досадное ДТП попала автолюбительница из еврейской автономии, которая ехала в Хабаровск на работу. По мнению хозяйки Toyota Prius, в неприятности, которая с ней случилась, виноваты дорожники. Правда, уборка снега, актуальная в этот период, в данном случае оказалась совершенно ни при чем. Камнем преткновения стали ремонтные работы, начавшиеся еще летом этого года. Реставрация дорожного покрытия вылилась почти в 10-сантиметровую разницу уровня асфальта. Первая полоса на ладонь выше, чем соседняя. На этой неровности автолюбительница и потеряла управление. Гибридный автомобиль съехал на встречную полосу, когда женщина пыталась преодолеть эту ступеньку. Я, получается, оттуда еду, мне надо перестроиться. И вот, чтобы мне заехать, она не заезжает, не смогла, и скользко. И вот этот большой, да? Большой перепад ее кинуло. Миновав встречную полосу, Toyota ударилась о металлическое ограждение, а затем, словно футбольный мяч, отскочила обратно на середину проезжей части. За более чем 20-летний водительский стаж – это первая авария в жизни автолюбительницы. Искать правды женщина намерена в судебном порядке. Автоинспекторы же оптимизма автовладелицы не разделяют. По мнению полицейских, шансы выиграть процесс равны нулю. Знаки, предупреждающие о том, что впереди проблемный участок, установлены перед въездом на мост. Водители должны заблаговременно сбросить скорость и прижаться к правой стороне. С места происшествия Мария Дедова и Степан Симонов.